Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы с вами проводим вебинар по Шарджа. Вебинар проводит компания Fun and Sun и управление по развитию туризма Шарджа, представительство по России и СНГ. Меня зовут Сергей Канаев, я директор по маркетингу представительства. И вебинар с вами буду вести сегодня я. У нас сегодня в программе презентация основных возможностей и преимущества отдыха в Шарджа. У нас с вами сегодня в качестве гостей выступают два отеля. Sheraton Beach Resort and Spa и DoubleTree by Hilton. Два престижных и востребованных отеля. Достаточно новые отели. Sheraton – это пляжный отель, DoubleTree – это городской отель, но каждый имеет свои возможности и преимущества, и представители отелей сегодня о них расскажут. Ну и закончится наше с вами мероприятие розыгрышем приза. Мы будем разыгрывать ваучер от отеля DoubleTree by Hilton на посещение основного ресторана. Это ресторан «Маджделин» на двух человек. Праздничный ужин на двух человек в ресторане «Маджделин» отеля DoubleTree by Hilton. Так что не спешите отключаться после презентации. Вы можете стать участником розыгрыша. Розыгрыш будет проводиться на следующих условиях. Мы зададим два вопроса с тремя вариантами ответа. Кто первым ответит правильно, тот получит ваучер. Единственное, что мы попросим победителя на указанный адрес, адрес будет написан в чате, прислать нам копию визиточки. Вот это единственное будет условие, которое мы просим соблюсти. Но сейчас мы начинаем разговор про Шарджу. Я хочу начать со следующего. Надеюсь, вы меня все хорошо слышите и видите, да? Проблем со связью нет. Поставьте крестики, пожалуйста. Итак, мы говорим про Шарджу, но я начну прежде всего с новостей, которые где-то около месяца назад появились на Tengri News Tourism. Статья такая достаточно негативная по Эмиратам, негативные впечатления туристов от посещения Эмиратов. Я не буду долго распространяться, хочу сказать самое главное, что то, что сказано в этой статье, имеет очень мало отношения непосредственно к Шарджа. Потому что какие-то негативные впечатления, которые выдаются за как бы общее отношение к Эмиратам, они могут относиться, может быть, частично к каким-то отдельным Эмиратам, но не ко всем Эмиратам, во-первых. Во-вторых, они почти, ни одно из этих впечатлений не относится к Шарджа. Но с чего мы начнем? Мы начнем с того, что Шарджа, наверное, с точки зрения стоимости отдыха в Шарджа, наиболее привлекательно. По сравнению с нашими соседями, здесь дешевле и проживание, и питание, и посещение достопримечательностей, и такси, и так далее. Здесь в Шарджа очень много возможностей для прогулок, именно прогулки по городу. Широкие улицы, проспекты, достаточно много зеленых каких-то небольших скверов и больших парков. Поэтому здесь прекрасно можно отдыхать. Ну и остальные возможности, да, и в Шарджа прекрасные пляжи, в том числе на восточном побережье, великолепные пляжи, океанское побережье, где можно нырять с маской или с аквалангом. Так что имейте в виду, что то, что, так сказать, пишут, не всегда соответствует действительности. Лучше иметь собственный опыт. Вот начнем наш опыт с Шарджа. И я хочу сказать, что, в общем-то, наверное, правильно будет смотреть на каждый Эмират как на отдельный туристический продукт. Потому что все компоненты туристического продукта в каждом Эмирате присутствуют практически в полной мере. И оценивать надо каждый Эмират самостоятельно. Поэтому мы сейчас с вами будем оценивать Эмират Шарджа. Пожалуйста, следующий слайд. Добраться в Шарджу легко. Из Казахстана можно долететь на компании Air Arabia, которая принадлежит Шарджи, оказаться в аэропорту Шарджи,
Аэропорт Шарджа обновили. Аэропорт Шарджа обновили. Здесь есть теперь новое восточное крыло с новыми входами и выходами, с новыми залами ожидания, с новыми магазинами duty free. Большой новый зал, бизнес-зал. Сюда попасть может любой турист, поскольку здесь, так сказать, здесь посещение платное. Вот, поэтому не обязательно лететь бизнес-классом, любой может заплатить достаточно небольшую сумму, 170 дирхам на человека, вот, и воспользоваться всеми услугами бизнес-зала. Но можно также прилететь и через Дубай. Расстояние от аэропортов Дубая и Шарджа до центрального района Шарджа приблизительно одинаковое, там плюс-минус 5 минут, но пробки могут немножко где-то задержать. Так что можно прекрасно добираться через Дубай. Единственное, что такси из Дубая будет стоить дороже, чем такси из аэропорта Шарджа. Идем дальше. Давайте посмотрим на карту. Вот мы видим с вами такой, так сказать, да, на борту Air Arabia есть питание, есть стандартное питание, то, которое входит в стоимость билета. И есть очень большой выбор дополнительного питания, которое можно заказывать предварительно, потому что предварительно оно будет стоить дешевле. Вот выбор очень большой, просто, так сказать, от каких-то сэндвичей и легких закусок до полноценных горячих блюд. В принципе, можно заказать и на борту, заплатить, так сказать, непосредственно уже на месте. Оплатить можно картой, можно долларами, можно национальной валютой. По меньшей мере, так сказать, основные валюты сотрудники принимают. Я думаю, что принимают и, так сказать, и вашу валюту. Так, посмотрите на карту. Мы видим с вами Шарджу. И здесь можно выделить три района, которые представляют для нас интерес с туристической точки зрения. Ну, сам город Шарджа. Это западное побережье Шарджа, выходит на Арабский залив, ну, Персидский залив, мы его называем арабским, потому что так принято, мы официальные представители Шарджа должны использовать ту лексику, которая принята в Объединенных Арабских Эмиратах. На востоке у нас есть три анклава, территория, которая принадлежит Шарджа. На севере это Диба, далее у нас идет Хор-Факан, Хор-Факан по-русски правильно пишется, и Кальба. За последнее время много туристических объектов появилось в центральной части. Это пустынная часть, но здесь тоже есть много очень интересного. Постепенно мы в ходе презентации все с вами это обсудим. Пожалуйста, дальше. Пляжный отдых. Ну, пляжный отдых – это основное, зачем туристы едут в Эмираты. В самой Шарже сейчас два пляжа общественных. Это пляж Аль-Хан, хорошо известный. Его за последнее время привели в порядок. Он чистенький, аккуратненький. Здесь можно арендовать зонтики, лежаки. Здесь есть раздевалки, душ, есть киоски с сэндвичами. То есть полноценный отдых. Вход формально платный. Но если вы предъявите любое свидетельство, что проживаете в гостинице или в гостиничных апартаментах, там ключ, брелок, визитку и так далее, вас пропустят. Даже просто по копии паспорта вас пропустят. Кстати, про паспорт. Желательно всегда копию паспорта. Паспорт сам таскать с собой не надо, чтобы, не дай бог, не потерять. Вот, сделайте перед вылетом или в отеле, когда прилетите, копию паспорта, положите в карман и на всякий случай, чтобы у вас было. В каких-то случаях это может быть, оказаться полезно. Вот, в частности, посещение пляжа, вы показываете копию паспорта, то, что вы не являетесь жителями Эмирата, вас пропустят на пляж бесплатно. Появился новый пляж Аль-Хира. Это береговая линия, которая примерно 5 километров от бывшего отеля «Рэдисон» до отеля «Шератон». Ее сейчас оборудовали. Здесь появилась пляжная зона. Здесь есть раздевалки, здесь есть душевые, здесь появились кафе, детский небольшой городок с аттракционами и три дорожки для отдыха. Дорожка для променада, дорожка для велосипедистов и дорожка для бега. Прекрасное место, новое место отдыха. Так что, так сказать, можно воспользоваться вот возможностями этого места. Ну и прекрасный пляж у нас на восточном побережье. Город Хор-Факан. Вы видите его на слайде справа вверху. Собственно, пляж существовал всегда, но сейчас его оборудовали. Здесь есть все необходимое, так сказать, для отдыха. Здесь есть детская площадка с аттракционами.
Тоже прекрасное место для отдыха. Идем дальше. Но помимо отдыха на берегу, надо посмотреть возможности, потому что Шарджа представляет большие возможности для отдыха непосредственно в городе. Прежде всего, это парк Аль-Монтаза. На самом деле, это два парка, которые объединены в один комплекс. Парк аттракционов, 26 аттракционов, колесо обозрения, туристический паровозик, веревочный город. Весь парк можно обойти, так сказать, по тросам, канатам и переходам. И тут же есть аквапарк, «Жемчужное королевство», 36 аттракционов. Дети ростом до 1,20 м за полцены. Дети больше, выше 1,20 м уже идут как взрослые. В парк можно приходить с детьми от 4 лет. Можно, в принципе, билеты есть разные. Можно купить билет на весь день на все аттракционы. Это будет дешевле, чем покупать отдельно на каждый аттракцион. Кроме того, в Шардже есть двухэтажные автобусы, два маршрута, и, в общем-то, всю Шарджу можно объехать, посмотреть все достопримечательности. Есть аудиогид на русском языке, но система хорошо известна. В любой точке маршрута можно выйти и потом войти обратно, и по этому билету можно так кататься целый день. Также в Шардже есть гольф-клуб. На территории гольф-клуба есть стрелковый клуб. Практически, как говорится, человек с улицы может прийти пострелять. Единственное, очень важно соблюдать все инструкции. Там дежурят женщины-полицейские. Очень четко соблюдать их все инструкции, потому что иначе вас просто развернут и вам не дадут пострелять. Вот. И здесь еще есть на территории клуба есть еще две площадки для пейнтбола. Крытая и открытая. Если вы работаете с группами, можете заранее запланировать себе посещение площадки пейнтбола. Идем дальше. Недалеко от центра города находится остров, остров Ан-Нур. И самое интересное здесь – это дом бабочек. Вот это вот прекрасное сооружение, под ним находится дом бабочек. Здесь коллекция примерно из 500 живых тропических огромных бабочек. Вход на остров платный, в зависимости от того, что вы хотите. Минимальный вход, по-моему, 15 дирхам. Это просто погулять. Посещение дома бабочек, если не изменилось, то 45 дирхам. Детям очень нравится. А, собственно, отдых в Шардже, он у нас всегда, так сказать, на первом месте занимает именно семейный отдых с детьми. Поэтому все, что касается отдыха, это все всегда доступно для детей. Далее, туристам очень нравится посещение комнаты дождя. Это такой современный аттракцион, который представляет себе большую темную комнату, горит только один прожектор. Весь потолок – это сплошной душ, но если не делать резких движений, не бегать, то практически выйти почти сухим. Несколько капель, конечно, упадет вам на голову, вот, но практически выйти сухим. Туристам это нравится, здесь стоимость 25 дирхам. Здесь очень хорошие, так сказать, такие получаются селфи, люди делают различные позы и принимают позы, получаются прекрасные фотографии. В любом случае, вот я был там с туристами, и им понравилось. Вход по сеансам. Так, идем дальше. Шарджа, опять-таки, это прекрасное место, где можно посетить очень большое количество музеев. Более 20 самых разных музеев. Шарджа получила в свое время звание культурной столицы арабского мира от Международной организации ЮНЕСКО. Именно за сохранение культуры, традиций и истории. Музеев очень много. Основной музей в Шардже – это музей исламской цивилизации. Видите его на слайде слева вверху. Рассказывает практически о истории. Это не только история, так сказать, исламской цивилизации, а роль исламской цивилизации в развитии мировой культуры. 7 залов рассказывают и о исламе, и о различных достижениях науки, техники, инженерии, астрономии и так далее. Арабы в этом отношении сыграли очень важную роль. Они получили, когда появился халифат, от древних государств, таких как Индия, Иран, Египет, Византия, они получили большое количество различных изобретений, которые развили и которые через арабский халифат, через мусульманскую Испанию попали потом в Европу. И мы сейчас пользуемся, думая, что это наши изобретения, химия, алгебра, физика и так далее. Кстати, слова все арабского происхождения. Но физика – это греческое слово, трансформированное в арабском языке.
Про музей. Музей. Есть музей наследия, Heritage. Находится на территории сердца Шарджи, исторического района Шарджи. Очень интересный музей, который рассказывает о быте арабов, одежда, во что играли, чем торговали, питались и так далее. Музей классических автомобилей. Форт Шарджа. Музей авиации. Это в центре Шарджа сохранился первый аэропорт на территории Аравийского полуострова, который был открыт в 1932 году. Вот, сохранился в том виде, как он существовал. Там коллекция старинных самолетов. Можно посетить морской музей. Можно посетить музей каллиграфии. И много-много-много чего. Вход во все музеи 25 дирхам. Для детей половина стоимости, 12 дирхам. Люди пожилого возраста, инвалиды, сопровождающие все музеи посещают бесплатно. Идем дальше. Я уже упомянул, сердце Шарджи – это настоящий такой вот музей под открытым небом. И старинный квартал Шарджи, исторический квартал Шарджи, который в свое время был уничтожен, сравнен с землей. Сейчас его восстановили практически в том виде, как он существовал примерно лет 100-150 назад. Сюда это теперь такой очень, так сказать, привлекательный туристический объект. Если вы хотите окунуться в историю, побывать в прошлом, посетите Шарджу, сердце Шарджа. Здесь есть три классических старинных рынка. Все, что касается сувениров, все, что касается ковры, арабская мебель, арабская парфюмерия и так далее и тому подобное, все можно купить здесь. И здесь вот два музея, музей наследия. И еще музей «Дом Набуда» – это старинный арабский дом, который тоже можно посмотреть изнутри. И здесь же еще находится, переходим к следующему слайду, уникальный отель «Чеди Аль-Байт». «Аль-Байт» по-арабски значит «дом». Отель сделан на… Это бутиковый отель, пятизвездочный, на основе старинных домов, которые принадлежали богатым семействам. И здесь в очень большой степени восстановлена та обстановка, которая существовала в богатом арабском доме. Но при этом есть все пятизвездочные удобства, которые присущи бутиковому отелю. Следующий слайд. Недавно, буквально, сказать, вот месяц-полтора назад, открылось новое крыло. Это крыло, сказать, которое принадлежали, дома принадлежали торговцу жемчугом Халиду бин Ибрагим. Они так называются, крыло Халид Ибрагим. Здесь более современный такой, сказать, антураж. Но есть свои отдельные бассейны, есть зона отдыха. Это удобное место, скажем, когда едут какие-то большие группы, VIP-группы, и вы хотите провести мероприятие, можете разместить их здесь. Идем дальше. Кроме того, Шарджа – это уникальное место, где можно познакомиться с живой природой. Но наши дети, наши внуки, очень многие из них любят самую разную живность. Вот познакомиться с той живностью, которая есть на Аравийском полуострове, лучше всего в Шарджа. Что можем посетить? В городе, как раз в районе Аль-Хан, где находится пляж, есть аквариум Шарджа. 20 больших бассейнов, в которых вы можете увидеть и акул, и скатов, и мурен, медуз, большое количество всяких мелких рыбок и так далее. Кстати, напротив находится морской музей. Немножко в стороне от центра города, на границе с Аджманом, находится заповедник Васит. Это заповедник, настоящий заповедник птиц. Здесь есть натуральные такие водные, ну, озера, болота. Сейчас их почистили. Это место, где останавливаются перелетные птицы. Через Эмираты летит огромное количество перелетных птиц каждый сезон. В том числе многие птицы летят из Казахстана и потом возвращаются в Казахстан, но делают остановку в Шарджа. И здесь можно как раз посмотреть этих птиц, приспособлено. Вы видите, есть эти самые электромобили, там есть специальные площадки, оборудованные биноклями и так далее, так сказать, чтобы наблюдать птиц. И есть закрытая территория, где вы можете наблюдать большое количество обитателей вот этих вольеров. Вольеры сделаны, каждый приспособлен под ту экосистему, в которой живут данные птицы, и это очень интересное такое, так сказать, место посещения. Идем дальше. Парк пустыни. Примерно в 30 километрах от Шарджа, в сторону города Даид, есть комплекс, который состоит из двух музеев. Музей естественной истории, ботанический музей, центр живой природы и детская ферма.
Но музей естествознания очень интересный, потому что Шарджа за свою историю, геологическую историю, если миллионы лет спрессовать в очень короткий период, то Шарджа была дном Древнего океана. Здесь очень много отложений находят древних животных, даже вот такие, как динозавры, плавающие динозавры, бегающие динозавры, окаменелости различных ракушек, вот здесь тоже на слайде вы можете видеть, метеориты и так далее. В Ботаническом музее собрана коллекция растений, которые упоминаются в священной книге Коран. А центр живой природы – это фактически зоопарк, где можно видеть очень редких животных, обитающих на территории Аравии. И самый главный экспонент – это аравийский леопард, почти исчезнувший вид. Вот здесь как раз на него можно посмотреть. Ну и детская ферма. Там можно всяких козочек, собачек и так далее покормить, полоскать и всячески сделать им что-то приятное. Так, идем дальше. Так, ну, так, в Шарже не так давно, вот второй год, открыли сафари-парк. Это крупнейший африканский сафари-парк вне территории Африки. 150 видов животных, 4 различных климатических зоны воссоздано, 120, то есть 4 больших зоны и 120 зон поменьше. Парк расположен примерно в 45 километрах от Шарджа. Здесь 3 вида билетов: бронзовый, серебряный и золотой. Начинается от 40 дирхам. Разница билетов заключается в том, что сколько вы можете посетить зон и сколько вы можете, так сказать, времени находиться на территории парка. Ну, соответственно, если вы берете золотой билет, то у вас индивидуальный гид, индивидуальная машина, и вы можете посещать всю территорию парка с момента его открытия до момента его закрытия. Идем дальше. Мы с вами выезжаем на восточное побережье. И вот здесь, в районе Кальба, а Кальба – это большая территория, зеленая, здесь много пресной воды, много зелени. Большая часть территории Кальбы – это заповедник. И вот здесь, в этом заповеднике, есть еще один заповедник – Центр сохранения горной природы Аль-Хифая, слайд слева. Фактически тоже зоопарк. Мы находимся с вами в крытом помещении. Животные находятся в вольерах, в естественных условиях своего обитания. И здесь тоже можно посмотреть, практически всех хищников увидеть, которые водятся на Аравийском полуострове, и аравийского леопарда, и гиены, и волков, и различные, и рысь, и различных диких кошек. Огромное количество всяких рогатых и копытных животных. Вот. Ну и мелкие животные, лисички, ежики, зайчики и все прочее тоже можно найти в этом зоопарке. И буквально напротив находится центр сохранения хищных птиц в Кальбе. Здесь первоначально центр создавался именно для того, чтобы лечить и восстанавливать птиц, которые пострадали в районе аэропортов. Сюда свозили всех птиц, которые получили ранения, были больны и так далее. Энтузиасты здесь за ними ухаживали, восстанавливали. Вот. Ну и сейчас вот эти птицы, они живут в этом заповеднике. И каждый день в холодные месяцы, мы сейчас с вами приближаемся уже к зимнему периоду, здесь проходит несколько, во второй половине дня, несколько сеансов дрессировки хищных птиц. Сеанс длится примерно 40 минут, вход тоже где-то в районе 40 дирхам. Стоит посмотреть, потому что вы увидите, сказать, птиц, которые летают не в клетке, не в цирке, не в закрытом помещении, а на открытом свежем воздухе. Вот, увидите, сказать, как их приручают. Можно поговорить потом, после представления, подойти к сотрудникам этого учреждения, с ними побеседовать. Правда, они все англичане говорят только по-английски. Вот. Но я думаю, что, так сказать, можно какие-то у них получить интересные советы. Идем дальше. Гастрономическое путешествие. Ну, Шарджа, как любой эмират, здесь представлены практически все кухни мира, но особенность Шарджа заключается в следующем. Здесь есть два кафе, которые находятся на территории сердца Шарджа, где можно попробовать аутентичную местную кухню. Именно эмиратскую кухню, она отличается от арабо-ливанской кухни, очень, очень востребованная, очень популярная. Вот слайд вы видите здесь, прежде всего, арабо-ливанская кухня представлена. Вот, это кафе Arabian Tea House и кафе Аль-Арса на рынке Аль-Арса.
Вот здесь есть некоторое количество блюд, характерных именно для этого региона. Так что можете воспользоваться этой возможностью. Ну и еще на рыбном рынке Сукхуй Джубайл вы можете прийти, купить свежую рыбу, и там есть кафе-гриль, и вам при вас же эту рыбу или креветки вам пожарят, и вы попробуете морепродукты, свежайшие только что из моря. Идем дальше. Сейчас вот до начала сентября в Шарджи проходит как раз на территории рынка Сукхуй Джубайл, рыбного рынка, проходит праздник, фестиваль фиников. Потому что половина рынка – это рыбные и мясные ряды, а половина рынка – это сукхуль-худар, это овощи, фрукты, финики и фисташки. Сейчас вот проходит фестиваль фиников. Финики из разных стран мира, совершенно разных сортов, разные на вкус. Очень сладкие, не сладкие, зеленые, красные, черные и так далее и тому подобное. Все можно попробовать, можно торговаться. И это, в общем-то, я считаю, всегда очень приятно купить и для себя на память в Эмиратах посещение Шарджа, и как хороший подарок для родных, потому что финики не просто, так сказать, вкусные, они еще питательные и целебные. Ну и здесь же можно на рынке Сукхуй Джубайл, это, так сказать, прекрасное место, купить фисташки. Очень большой выбор фисташек, можно все попробовать, поторговаться и купить фисташки. Идем дальше. Шопинг. Ну, шопинг. Эмираты всегда ассоциировались у нас с шопингом. Сейчас вот в условиях каких-то экономических ограничений, санкций и так далее, шопинг, наверное, приобретает большее значение, потому что в Шарджа многие приезжают сюда покупать, скажем, запчасти для машин и новые, и поддержанные. Здесь можно купить очень многие, так сказать, какие-то вещи для ремонта, мебель, плитку, сантехнику и так далее. Многое производится непосредственно в Шарджа, но по иностранным лицензиям. Качество такое же, как западная, цена значительно ниже. Вот. Но вы можете купить и какие-то вещи для себя. Прежде всего, это торговые центры, которые разбросаны по всему городу. Их очень много, торговых центров. По сравнению с нашим большим дубайским соседом, они намного дешевле здесь товары и намного практичнее. То есть здесь нет ориентации на очень дорогую бутиковые вещи, а вещи, которые могут, в общем-то, потребоваться каждый день, и вы можете пользоваться ими в течение очень длительного времени. Ну и второе, в Шарджа есть, как я уже сказал, традиционные рынки, к ним можно отнести еще центральный или голубой рынок. Здесь товары, которые произведены местными ремесленниками, здесь национальные товары, ковры, парфюмерия, ювелирные изделия и так далее. Идем дальше. Передвигаемся в пустыню. Но прежде всего, точка, которую в пустыне стоит посетить, это район Млейха. Это археологический, экологический центр. Здесь вас ждет джип-сафари. Здесь вы можете совершить экскурсию к местам, где жил древний человек. А первый человек появился на территории Шарджа, по последним данным, 125 тысяч лет назад. И достаточно долго здесь находился, перед тем, как пойти в Европу. Здесь сохранились пещеры, захоронения древнего человека. Очень много в истории пребывания здесь древнего человека рассказывает вот этот филиал археологического музея. Но здесь, кроме этого, можно покататься на багги, можно покататься на песчаном пустынном велосипеде. И еще здесь можно остаться на ночь, чтобы понаблюдать звездное небо. Потому что здесь еще еще есть недавно появился такая площадка для параглайдинга. Покататься на парашюте здесь может каждый, даже новичок, вместе с инструктором вам такое развлечение организуют. Ну и здесь можно остаться на ночь, понаблюдать за звездным небом. Здесь есть глэмпинги. Следующий слайд, пожалуйста. Здесь есть глэмпинги. И есть специальная программа, когда инструктор, специалист по звездному небу расскажет вам про то, что вы можете увидеть. Арабское звездное небо, ну, наверное, в Казахстане то же самое. Если выехать из города, можно наблюдать прекрасное звездное небо. То же самое можно вот здесь, в Млейхе. Для жителей больших городов, я думаю, это будет незабываемое такое посещение. Идем дальше. Недалеко от Млейхи находится музей внедорожников. Это коллекция старинных автомобилей, четырех four-wheel drive. 350 автомобилей здесь находятся. Советую сюда съездить, посмотреть. И геологический парк Аль-Бухайс, который рассказывает про геологическую историю этого района и всего Аравийского полуострова. Они находятся рядом, можно за один день посетить оба парка. Идем дальше.
Недалеко здесь находится уникальный такой отель Аль-Бадайр. Вы видите, он сделан в форме средневекового арабского города. Бутиковый такой люксовый отель, но как экзотика его можно тоже рассматривать как комбинация с другими отелями. Идем дальше. Я гоню, потому что у меня очень мало времени, хочется все охватить, поэтому извините, что я в таком темпе. Мы с вами в Хорфакане. В Хорфакане сейчас появился греко-римский амфитеатр с кондиционированием воздуха, хотя открытая площадка. Можно проводить мероприятия для 3500 человек. Искусственный фонтан. Идем дальше. Искусственный водопад, прошу прощения. Смотровая площадка. Асухуб около 600 метров. Здесь сделана специальная такая вот летающая тарелка. Здесь ресторан. Сюда с удовольствием очень многие туристы приезжают, чтобы пообедать или поужинать. Надо заказывать заранее. Великолепные виды на океан и на Хаджарские горы. В 10 минутах езды от Хорфакана есть пресноводное озеро, искусственное озеро. Здесь вместо отдыха можно покататься на водных велосипедах. Есть детский городок, ресторан, площадка для отдыха. В Хорфакане можно совершить пешую прогулку по горам. Трасса не очень сложная, но 3 километра. Обязательно воду, головной убор, темные очки, виды на океан и на горы. Вы будете проходить мимо старинных укреплений, которые строили арабы от приходивших с моря колонизаторов. Ну и на территории Хорфакана можно либо покупаться просто, так сказать, с маской и ластами. Это океан, здесь очень, так сказать, обильная живность морская, есть кораллы, есть рифы. Вот. И здесь есть специальное, так сказать, место, где можно погружаться с аквалангом. Новичкам дадут уроки погружения, и первое погружение будет с инструктором. Вот у тех, у кого есть уже сертификат, они могут делать это самостоятельно. Идем дальше. В Хорфакане появился новый отель. По концепции он похож на Аль-Бейт. Объединили дома богатых жителей Хорфакана, сделали отель в таком старинном качестве на 35 номеров. Четырехзвездочный отель, это не бутиковый. Вот, но тоже такое интересное экзотическое место, в котором можно остановиться на ночь или на 2 ночи, а можно и дольше. Идем дальше. Опять мы с вами в Кальбе. Здесь есть пятизвездочный бутиковый отель Kingfisher Lodges. Эко-отель сделан из тентов на полуострове с видом на океан. Есть номера, есть с видом на горы. У каждого тента, номера тента, есть свой собственный бассейн, большой бассейн, центральный зал. Вот. Ну и здесь в Кальбе есть еще спортивный лагерь в горах, где можно покататься. Есть специальный маршрут для горных велосипедов. Есть веревочный город, можно пострелять из лука и совершить экскурсию на каяках в мангровые заросли. Это заповедник Аль-Курм. С инструктором здесь может быть интересно, потому что в мангровых зарослях могут быть много всякой живности. Могут быть крабы, могут быть черепахи, какие-то птицы и так далее и тому подобное. Идем дальше. Вот. Ну и событийный туризм. Событийный туризм вернулся в нормальное русло. Все основные мероприятия, которые характерны для Шарджи, здесь проходят. Вы видите, это вот арена, которая находится в центре Шарджи. Сейчас в Шарджи проходит следующий слайд, пожалуйста. Такой вот летний sales фестиваль. Вы можете выиграть множество разных призов, в том числе Nissan Patrol, слитки золота, какие-то ваучеры на покупки до нескольких сот тысяч дирхам. Фестиваль продлится до 3 сентября, так что можно еще успеть и, купив с большой скидкой товары практически во всех торговых центрах и большинстве магазинов Шарджа, вы можете еще выиграть ценные призы. Дальше. Вот, ну и я заканчиваю свою презентацию. Пожалуйста, вы можете подписаться на нас в Telegram, visitsharjah.ru и получать все наши новости. Вот. Большое вам спасибо за внимание. Все вопросы в чате. Я сейчас передам слово Полине, которая вам сделает презентацию по отелю «Шаратон». Вот, а я тем временем посмотрю вопросы и постараюсь на них ответить. Полина, вы готовы? Пожалуйста, подключайтесь. Мою можно выключать презентацию.
Здравствуйте, меня слышно, видно. Да, слышно? Да, Полина, Да, вас вас слышно. видно. Отлично. Добрый день. Я, наверное, буду еще быстрее Сергея сегодня, потому что тоже времени немного поджимает сегодня. Меня зовут Полина, я представляю отель Sheraton Sharjah Beach Resort and Spa. Я думаю, что многие очень хорошо знакомы с нашим отелем. Я знаю, что вы нас бронируете и всегда поддерживаете. В конце этой презентации у нас будет слайд со всеми нашими контактами, так что то, что я сегодня не освещу или какие-то дополнительные вопросы, вы всегда можете нам потом позже задать. Вкратце, в отеле у нас 349 номеров, 4 ресторана, мы немножко подробнее поговорим о них. В общей сложности у нас 15 категорий номеров. Разумеется, они все представлены в контрактах туроператоров, поэтому я для вас выделила здесь зелененьким 6 категорий, которые вы найдете в контрактах, все остальные у нас доступны по запросу. Категории номеров разделяются очень просто. Первые две — это с видом на город, с балконом или без. Третья, четвертая категория — это номера с видом на море, с балконом или без. Пятая категория — это клубные номера. Они чуть более просторные, чем стандартные. И у них больше видно бассейны на территорию отеля и также на море. И шестая категория, которую мы недавно добавили, это категория называется Family Rooms with Bunk Beds, то есть двухъярусными кроватями. И эта категория у нас, к сожалению, всегда по запросу, так как номеров не очень много. Подробнее я вам сейчас расскажу немного конкретно об этой категории. Вы сейчас видите, как она выглядит. Это двухъярусные кровати, которые идеально подходят именно для семей с детьми. Полина, прошу прощения, можете, пожалуйста, включить вашу демонстрацию экрана? Она включена. Нет, к сожалению. Она включена, я ее вижу. Кто еще не видит мою демонстрацию экрана? Нам не видно. Коллеги, не видно. У меня написано, что... Сейчас видно. Теперь вот видно. Да, наверное, нужно было закрыть какую-то другую, но у меня, по крайней мере, видна только моя. Сейчас всем видно? Да, спасибо большое. Ну что ж, значит, это то, что, наверное, некоторые пропустили. Это как раз категории номеров, которые я раньше описывала, которые именно те, которые выделены зелененьким, это те, которые есть у нас в контрактах. Теперь вкратце... Так, теперь у меня не двигается презентация почему-то. Одну секунду. А, вот, зашевелилась. Так, теперь вы видите на экранах именно ту самую категорию. Это номера Family Room с двухъярусными кроватями. Мы их сделали буквально недавно. Они начали появляться в отеле в прошлом году. Сейчас они уже есть в контрактах. Вы всегда можете запросить наличие у туроператора, но цены в контрактах уже есть. Размещение у нас во всех категориях номеров, кроме как раз-таки Family Rooms. Во всех категориях размещение одинаковое, двое взрослых и до двух детей до 12 лет, либо трое взрослых. Дополнительная кровать ставится только в номера с кроватью King. И в номера с кроватями Twin мы обычно не доставляем дополнительную кровать, так как там недостаточно места, кроме клубных номеров. Они более просторные, и туда можно вполне поставить и третью кровать. В номерах Family Rooms, так как у нас там достаточно большие двухъярусные кровати, мы размещаем двое взрослых и до двух детей до 17 лет, либо двое взрослых и три ребенка до 12. В
цену в номера на завтраках, которые вы увидите у туроператора, уже входит, разумеется, размещение детей, потому что кровати уже стоят. И входит также завтрак для детей. Но все остальные типы питания, полупансионы и прочее, они уже добавляются, просчитываются по контракту. Немного о наших ресторанах. Как я уже сказала, у нас их 4 ресторана и 2 кафе. Сейчас вы видите 3 из 4 ресторанов на ваших экранах. Первые 2 – это ресторан арабской кухни и ресторан морепродуктов. Они открыты только на ужин. И то, что мы недавно изменили в нашем описании питания. Раньше гости на всех типах питания могли завтракать, обедать и ужинать только в ресторане со шведским столом. Сейчас им также предоставляются сет-меню, определенное меню, также в ресторанах арабской кухни и морепродуктов. Поэтому я вам поставила сердечки. Это показать, что полупансион, полный пансион и гости на soft all inclusive мы всех будем принимать, в принципе, во всех ресторанах. Поэтому те, кто проживают у нас 7 дней и больше, им точно будет не скучно и не однообразно питаться в отеле. Помимо этих 3, у нас также есть ресторан Аль Коптан, который находится на пляже, и пул-бар. Там есть меню для гостей на soft all inclusive. И также у нас есть сигар лаунж и кафе в лобби. Здесь вы сейчас видите описание всех типов питания. Это то, как выглядит письмо, которое гости получают по заезду, и где им все по-русски или на любом другом языке мы объясняем, что включено и что не включено. Sheraton Club Lounge, стандарт 5-звездочных отелей Sheraton. Доступ туда получают гости, которые бронируют категории клубных номеров и больше. Также у нас есть банкетные залы, конференц-залы, поэтому если у вас группы со свадьбами или какие-то корпоративные клиенты, вы всегда можете рассматривать наш отель. Спорт и досуг в отеле. Очень много есть чем заняться для всех гостей. У нас есть 2 тренажерных зала, разумеется, свой пляж и бассейны. Для детишек детские клубы, детские бассейны, водные виды спорта. Также у нас есть игровые комнаты с PlayStation, бильярдами, настольный теннис, пляжный волейбол и свои собственные корты для падл-тенниса. Это спорт, который стал в последнее время очень популярным. Помимо этого, у нас есть наш шикарный спа-салон, 1100 квадратных метров, 13 массажных комнат, один из самых больших спа-салонов в Эмиратах. Хотелось бы отметить, что сауны, хамамы, наши джакузи, парные и прочее находятся на территории этого спа, и вход в спа платный, то есть даже для гостей отеля. Для гостей отеля он стоит всего $14 за номер за проживание. Плюс у нас есть ежедневные акции для самих гостей отеля. Где мы находимся? Мы находимся совсем недалеко, 20-30 минут от любого аэропорта Дубая или Шарджи, и также около получаса до Дубая-Мола. До Абу-Даби ехать чуть подольше, 2 часа. Это очень часто задаваемые вопросы, простите, тоже придется очень быстро пролистать за нехваткой времени. У нас есть шаттлы в Дубай-Мол, здесь есть расписание, есть шаттлы в различные молы Шарджи, тоже есть расписание, оно меняется, но мы постоянно выдаем обновленное. Депозит в отеле оставлять не надо, это по желанию. Часто задаваемый вопрос, куда выйти погулять. У нас открылся шикарный новый пляж Аль-Хиро-Бич, 5 километров беговых велосипедных дорожек, очень красивый пляж, кафе, детские площадки и прочее. Это буквально в 2 метрах от отеля. Сейчас на ваших экранах вы видите много QR-кодов, которые я добавила, собственно говоря, чтобы у вас была возможность познакомиться поближе с нашим отелем. Инстаграм нашего отеля, Инстаграм спа. Также здесь есть инстаграмы всех наших ресторанов. Очень советую, рекомендую сразу говорить гостям, просматривать инстаграмы, потому что мы публикуем там практически все, там можно найти и меню, и цены, и фотографии, больше узнать об отеле, о нашей кухне, что мы предлагаем. В Инстаграме спа-салона также мы печатаем различные акции.
Очень часто задаются вопросы, что сколько стоит. Все примерно описано там. Гости могут финансово, морально подготовиться к их отпуску. Здесь вы сейчас видите QR-код телеграм-канала. Это исключительно для агентов и туроператоров. Мы разыгрываем там проживание для наших партнеров. И также стараемся очень быстро всегда отвечать на всевозможные вопросы, запросы. Вышлите фотографию, сделайте апгрейд, поздравьте с днем рождения и прочее. Уверена, что я не успела сейчас осветить и 90% того, что должна была, поэтому, пожалуйста, сканируйте, присоединяйтесь к нам на канал и пишите мне любые вопросы, которые у вас возникли. А сейчас я передам слово следующему. Эльмире. Эльмире. Здравствуйте. Спасибо, Полина. Секундочку. Скажите, пожалуйста, все видно, слышно? Подтвердите, пожалуйста, да. Сергей, все видно, слышно? Да-да. Угу, спасибо. Я представляю отель Double Tree by Hilton Sharjah, Waterfront отель and Residence. Это вот где отель находится. Мы прямо в центре самой Шарджи. Здесь мы видим фотографии. Если мы начнем с презентации, опять-таки, где более точно, где мы находимся? На Аль-Маджаз, и у нас через дорогу прямо есть City Center. Здесь даже 5 минут, просто дорогу чисто надо перейти, вот, и уже будете в City Center, это шоппинг-молл. До аэропорта в Дубае 15 минут, до аэропорта в Шарджи 20 минут. Есть University City, до него 25 минут. Экспоцентр, в котором разные выставки проходят, до него 10 минут. Алькан, так как наш отель находится в центре города, не на побережье, как Шеротон, поэтому мы предоставляем, у нас есть автобус, который идет на Алькан пляж один раз в день для гостей, которые у нас в отеле. В 10 часов туда и в 12:30 обратно с пляжа. И до него примерно ехать 10 минут, и также 10 минут до острова с флагом. Тоже его из отеля нам хорошо видно. Это вот по поводу расположения. По поводу, когда вот заходите, про наш отель я расскажу. У нас есть Valet Service, это для машин, если, например, вы забронировали машину и вам необходимо у нас с нами оставить, и вы гость отеля, для вас это бесплатно. Конечно же, 24-часовой ресепшн и бизнес-стол тоже у нас есть. Это вот так выглядит лобби. Если мы пойдем дальше, с другой стороны от лобби у нас есть кафе Banyan. Там традиционные кофе и салаты, сэндвичи, всякие пирожные тоже продаются. Меню, да. И оно работает у нас с 8 утра и до 11 вечера. Далее у нас идет ресторан. У нас один ресторан, Мачдалин. Он предоставляет, у нас здесь ливанская кухня. Завтрак проходит в этом ресторане. Это завтрак-буфет по 6:30, по будням он работает с 6:30 до 10:30, на выходных до 11:00. По поводу обеда и ужина, то у нас идет уже по меню, или если это по контракту у нас через вас, например, то это будет уже определенное установленное меню, из которого гости могут что-то выбрать. Также у нас есть тематические вечера, это рыбный вечер в пятницу и арабский вечер в субботу. И на них тоже можно попасть за минимальную дополнительную плату. У нас также и проходит в субботу класс для готовки, чтобы учить детей что-то готовить. Например, один день, одну субботу это может пицца, в другую субботу это может быть пирожное, брауни. Зависит от что у нас запланировано. Мы можем вам заранее, опять-таки, если кого-то интересует, мы можем заранее предоставить, что именно будет запланировано, и стоимость это 65 за ребенка. Это вот в ресторане Мачдалин.
на первом этаже. Дальше следуем, давайте посмотрим, что у нас есть на втором этаже в отеле. У нас есть спа, steam room, sorry, сауна, steam room, два спортивных зала, один общий, другой только женский, и semi-olympic, наполовину олимпи, полуолимпийский бассейн, который является крытым, тоже в самом здании на втором этаже. Вот. Это вот у нас весь второй этаж заполнен как спортзалом и бассейном. Далее у нас с 3 по 30 этаж идут комнаты. Сам первая комната, которая в контракте у нас указана, это Superior комната. Она 37 квадратных метров. На первой фотографии вот как раз ее видно. И вторая комната идет Deluxe. Она уже побольше размером, 45 квадратных метров. И в Deluxe чем отличие в размере и также в софа-бет у нас есть, которая раскладывается, и там, соответственно, может быть либо три человека, либо два взрослых и ребенок тоже. Если необходимо, у нас тоже есть комнаты для людей с ограниченными возможностями. И у нас у всех комнат, абсолютно у всех комнат идет вид на Аль-Маджаз из всех стандартных комнат и также из квартир. Если мы дальше посмотрим на квартиры, у нас есть однокомнатные, двухкомнатные, трехкомнатные. Зависит от того, конечно же, какая именно, по размеру от 70 квадратных метров до 137 квадратных метров. И они могут вмещать от 3 до 8 людей. Опять-таки зависит от зависимости от квартиры. Во всех квартирах есть кухня, вот тоже на фотографии представлена на верхней. Если, например, тоже хотите что-нибудь приготовить, достаточно удобно. Есть стиральная машина, и у нас зал тоже, конечно же, во всех квартирах есть. И если мы идем дальше, также, кроме этих квартир, у нас также есть квартиры, комнаты, которые, мы говорим, виртуально соединены, но они соединены дверью. Вот на первой фотографии особенно хорошо видно. То есть, если, например, хотите, чтобы была как двухкомнатная квартира, и весь вид идет на Аль-Маджаз, то вот как раз это будет виртуальная двухкомнатная квартира. И далее у нас идет, опять-таки, это вид из нашего отеля. Что хочу сказать, 156 у нас комнат, 108 квартир, которые у нас есть, ливанский ресторан, где у нас ливанская кухня предоставляется с террасой, поэтому очень комфортно и удобно сидеть, особенно начиная с сентября, я бы сказала, до мая, потому что летом достаточно жаркая погода. Полуолимпийский бассейн 25 метров, который находится внутри здания. И также у нас два спортзала, steam and sauna room. И у нас есть, опять-таки, две небольших комнаты для собраний. И мы находимся в 20 минутах от Дубая. На этом все. Надеюсь, всю информацию предоставила. Эльмира, замечательно. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, Полине. И сейчас я размещаю вопросы нашего розыгрыша приза. Приз от отеля Double Tree by Hilton. Это ваучер на ужин для двоих в ресторане Мадждалин. Напомню, что первый, кто правильно ответит на два вопроса, тот получит ваучер. Но для получения ваучера надо будет прислать на наш адрес копию визитки. Я разместил в чате вопросы.
Так, первая ответила Айгерим Толеген. Ответила правильно. Первый вопрос на завтрак, второй вопрос кухня ливанская. Ну, вопросы были очень простые, так что ответить на них было достаточно легко, но Айгерим, судя по всему, слушала очень внимательно и быстро среагировала. Айгерим, будьте добры, пришлите мне вашу визиточку. Адрес вот здесь в чате я написал: Шарджа, собачка, tm-russia.ru. Кстати, все, кто присутствует на нашем мероприятии, могут записать себе этот адрес, и все ваши вопросы, касающиеся Шарджа, вы можете направлять мне на этот адрес. Так, что нам Айгерим? Так. Ну все, на этом наше время истекло. Я хочу поблагодарить компанию Fun & Sun в Казахстане, с которыми мы активно сотрудничаем. Я хочу поблагодарить наших ательеров Полину и Эльмиру. Они были поставлены в сложных условиях. Всегда про свой объект хочется рассказать как можно больше интересного. Вот, но молодцы, рассказали все хорошо. Я думаю, интересно и полезно. Вот, на этом я прощаюсь с вами. Вот, прощаюсь до следующих встреч. Остаемся на связи. Всего доброго.